Старт у красавіку. У філіялі Добрушская паперовая фабрика «Герой працы» рыхтуецца до початку выпуску кардону. Воду эксплуатацию завода по его вытворчасці дозволить істотно прирасти у объемах экспорту, а так само дасть магчимость развить отношения с малым и средним бизнесом. Кардон будет выкарыстоўвацца не только у полиграфичной деятельности для вытворчасці канцелярских приладов, але и для выпуску паперового посуду и упаковки.